Друзья, всем привет! Сегодня я хочу поднять одну такую тему, знаете, расставить точки над «и». Потому что бегать за девушкой и добиваться девушки – это абсолютно разные вещи, реально разные вещи. В отношениях есть такая тема, когда девушка – доминантка, вот девушка – лидер в отношениях. Мы обычно называем таких парней подкаблучниками, или, наверное, еще хуже, когда девушка просто управляет ситуацией, управляет отношениями, управляет всем. Когда парень не имеет даже ни права голоса, ничего. Ой, дурак! И бегать – это когда девушка им манипулирует, его использует, допустим, трахается с кем-то на стороне, а после она с ним. И при этом она не дает ему себя, она не дает ему ни нежности, ни секса, ни внимания, вообще ничего, но он за ней бегает. Вот он ей будет писать, вот он ей там будет там в соплях там все признаваться. То есть все вот такого делать, как бы идти на компромисс, он будет ее прощать. Вот это называется бегать. Просто таким парням, чтобы перестать бегать, им нужно увидеть ясную четкую картину, что чинись. Тобой манипулируют, тобой управляют, то есть нет тут любви. Может, ты как-то и любишь, хотя непонятно, что он любит. Бегать – это обычно, когда вот вы вместе, и после все плохо, она управляет, она манипулирует, как мы поняли, и ты за ней бегаешь. Вот это плохо, это ужасно, потому что целостности семьи здесь нет и не будет никогда. Если еще будут дети… Пора остановиться! А добиваться – это когда ты стараешься девушку заполучить. Вот такие простые слова. Ты стараешься ее заполучить. Потому что девушек много. Если она каждому будет встречному давать «да, хорошо, я согласна», то она не просто будет, ну, пускай не шлюхой, но она просто-напросто будет тратить кучу своего времени на то, что не ее. Девушка интуитивно может понять, ее не ее. Если даже парень частично может понравиться, она все равно скажет «нет», потому что это не машина, которую можно купить, и то ты там вылаживаешь деньги, и твои там даже первые там комплименты, твое там поведение, это для хорошей девушки не сыграет, чтобы она сказала «да». Добиваемся – это проявляем себя. Парни, в основном, в частности, которые страдают из-за отношений, из-за девушек, вот что они такие-сякие, это потому, что был легкий выбор. Вот он ее легко заполучил. Или бывает еще хуже, когда она все сделала, чтобы вот вы были вместе, а ты ничего не сделал, чтобы вы были вместе. Ну как это так? Потому что если мы промониторим рынок отношений, так звучит это, рынок отношений, то мы увидим, что парни непонятно как делали выбор, когда они брали таких некрасивых, страшных, жирных, уродливых, тупорылых. Потому что когда они там уже, я же мать, там с мамашами, и ты понимаешь, что она просто либо пирогом, либо борщом, и потому что доступна. То есть такие три фактора, которые, на которых легко заполучить мужчину. Типа ты легко заполучил, она тебя варит борщ и дает тебе тут секс, при этом сама там, ладно, не будем переходить, как говорится, на личности, пускай на базовых параметрах остановимся, и все, и она твоя получается. То есть понимаете, насколько примитивно даже вот это слышать? Борщ, доступность, секс. Ладно, и так сойдет. Просто немножко мы неправильно смотрим на понятие выбор. Мы, парни, обычно выбираем та, которая дает отклик на нас. Как бы дает добро, как бы то, что доступно, легко, понятно, да? Ну, так оно и есть. Но мы не берем тот факт, что вот, как пикаперы учат. Вот как пикаперы учат. Как еще я помню того же Олега Горячо, который основу давал того пикапа настоящего. Не просто поматросить и бросить, а заполучить ту, которую ты хочешь. И ты увидел ее где-то на набережной, в парке, в магазине, где угодно. Вот ты ее увидел. Как она где-то может говорить, себя ведет, одета, полностью весь ее образ. И ты сказал, я хочу быть с ней. И вот ты должен ее добиться. То есть ты ее должен заполучить. Конечно, она будет тебе отказывать, потому что она тебя не знает. Чтобы фишка даже добиваться в том, чтобы показать себя, проявить себя, чтобы она увидела, каков ты хорош. Потому что по первым признакам, ну, отчасти каждый парень, даже в
все хороши, если надо в нужный момент, в нужное время. А вот на долгосрочной перспективе, чтобы постоянно удивлять, постоянно, чтобы она, вау, вот это парень, вот это он классный, вот это он молодец. Потому что если первая встреча — это как заполучить ее номер, как произвести впечатление, и дальше там, опять-таки мы берем классная девчонка, должен быть классный лапстайл, она не будет сидеть с пивом с тобой там, не знаю, на приставке играть, приставку играть или там, не знаю, фильмы смотреть, нет. То есть классным девчонкам нужна классная жизнь, яркая, это даже мотивация для тебя. А для большинства парней с их образом жизни, пассивными привычками, образом жизни, неудивительно, почему не могут найти прикольных девчонок. Потому что они видят классную, они дают тысячу причин, почему она плохая. Как поставил цель, достигнул, вот, не бабки заработать, а девушку заполучить. То, как она тебе будет вдохновлять, как она тебе будет заинтриговывать, заинтересовывать, побуждать что-то делать, что-то вместе создавать, вместе как-то прокачиваться, отдыхать, все в таком ключе. Мы говорим за трудности. Трудность по достижению к цели. А если мы вот так... Даже Амиран Сардаров сам получил плохой опыт с отношений, где девушка добивается тебя, пусть она даже классная, но она добивается. И потом в конечном итоге, поэтому почему хорошо, когда ты все делаешь в начале отношений? Потому что это будут основными причинами, чтобы брак в будущем оставался крепким, сильным и долговечным. Круто, когда ты напрягаешься в отношениях, чтобы что-то было. По жизни так везде, чтобы что-то получить, нужно напрягаться. И чтобы хорошо выглядеть, мы постоянно в тренажерном зале. Всегда мы дотрудимся. То есть мы не лежим просто, да, и мы там таблетку глотнули, да, все, я там насытился, да, или я там суточную норму калорий, к примеру, потребил. И мне уже даже напрягаться, готовить, приживать это все, это воду тупить литрами. К примеру. То есть мы все равно все напрягаемся. А не вестись на девчонок, которые просто дали зеленый свет, и ты такой, ой, я классно, она мне дала зеленый свет. Ты классно тогда, когда ты ее добиваешься, ты ее жестко получаешь. Когда ты просто можешь с ней сначала беседовать очень долго, там, взяв телефон, и вы там с ней видитесь, общаетесь, вы там друг друга узнаете. Вопрос не в деньгах, а в том, что у тебя жизнь никакая. Куча парней, которые тоже есть деньги, есть машины, есть все. Но их образ жизни, стиль жизни, он скучный. Нечем похвастаться. На море поехать раз в год там за границу. Ну и что? Девушку нужно найти такую, с которой ты можешь радоваться жизни и развиваться вместе. Вот это основополагающее. А не та, которая будет борщ готовить, там убирать. Да, сейчас это острая проблема, особенно в России, где ребята создали целое мужское движение, где женщины, которые имеют детей, они просто сходят с ума, они подают на алименты, они какие-то отшибленные, они вообще не думающие, они вообще как будто нет мира сего, и у них это проблема отношений номер один. И данное мое видео говорит еще о том, что тем более нужно ставить самому жесткий фильтр, кого ты выбираешь. Иметь очень жесткий фильтр, тем более перед тем, как не просто там заниматься сексом, и не просто когда там заводить ребенка, а даже вести ее в ЗАГС. То есть ты должен полностью ее как-то узнать, полностью понять ее мир. Ибо получается, что либо баб так резко переклинивать, либо они всегда такими были. Просто они были без детей. Ну, вот как-то так. Но они такими были. Потому что не может просто женщина перемкнуться вот в мгновение ока, потому что она родила. Она просто добавится, вот как бонус. Я же мать, но если она была вот такая, то она ею и останется. Ребята, ставьте жесткий фильтр на девчонок. Будьте позитивны, будьте яркими, будьте счастливыми. Счастье того, что вы живете в этом мире, у вас полно энергии, есть здоровье, и вы можете заниматься тем, чем хотите. Находить ту, которая тебе нужна, а не то, что, ну, есть как бы. Быть жестким в плане дисциплины, в плане контроля, какого-то позиционирования. Вот такие вот вещи. То есть мы должны фокусироваться на себе, как на личности, на формировании.
чтобы впоследствии мы, как претендуешь соответствию, нашли себе идентичную и были счастливы. Они брали, что попало, как говорится, возьми себе, как раньше, и потом что-то из нее что-то слепи. Чтобы вы понимали, простых обычных девчонок никаких может взять каждый. Когда вы выбираете девчонку, задавайте себе вопрос, сами для себя, который я сам себе всегда задавал. А чем я отличаюсь от другого Пети, Васи, там, Димы? В чем моя особенность? То есть, если она классная, я ее добилась, значит, она моя. И она знает, за что она выбрала меня. И что требуется, чтобы она была со мной. А если вот так все будет легко, все просто и без фильтров, и вот лишь бы было, лишь бы тут какой-то секс получить. Ребят, ну это не серьезно. Это как-то очень примитивно. Я понимаю, что инстинкты инстинктами, но не опускаться же до такого примитивного. И тратить время и силы на то, чтобы их просто идти на количество, как пикапер, это неинтересно. Это в этом нет качества. Да, можно перед какими-то ребятами в 20 лет похвастаться, что у тебя там какое-то иное количество девушек было. Но честно, это не показатель, потому что когда мы берем действительно классные эмоции, классное наслаждение, классное времяпрепровождение, не дома, а где-то катаясь, отдыхая, занимаясь каким-то спортом, это просто нереально круто. И ни с какой, ни проституткой, ни девочкой на вечер с этим не сравнится. Проблем много среди парней, среди девушек, в мире, весь этот хаос, бардак, этого негатива хватает. Но и сложность и в том, чтобы в этом негативе как раз таки найти вот это все позитивное. В этом и заключается сложность жизни. Но также из этих негативных и проблемных ситуаций мы формируем себя как человек, как личность. И закончить я хочу одной как притчей. Я уже в разных видео много раз говорил, скажу еще раз. Она просто такая, как некий фильтр, где ты просто понимаешь, а что я ищу? Обычная старая притча, где миллионер говорит девушке, там, женщине, ты не приготовишь лучше шеф-повара, ты не уберешь лучше клининговой компании, ты не сделаешь, ты, ну, с тобой не будет лучше секс, там, лучших проституток или девушек с порнофильма, да, которые это все умеют. То есть вопрос, что ты мне можешь дать. И вот мы берем эмоции, радость, наполненность, смысл жизни и так далее. Вот это бла-бла-бла всего. Но не вот эти примитивные секс, уборка, готовка. Да. Нужно уходить от этих трех вещей и думать за ними. Потому что и парень может готовить, и убирать, и может вместе, может это все распределять. И вместе научиться это все делать, если там говорим заготовку. Это все мелочи, это реально мелочи, друзья. Это мелочь. С вами был Серега. Спасибо за внимание. Пока.